тело. Давайте споем потихоньку, так, чтобы было слышно и в Кремле, и в Белом доме, и в том, что не на тех на поле, что у нас все впереди, что все будет хорошо, потому что у нас нет другого выхода. Сколько лет прошло, все на том же, гудят провода, и все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то, скоро всем привет, с вами Хвостович Александр, ведущий проекта Хвостович Лайф. И сегодня я вам расскажу свои впечатления о посещении концерта Сплин. Он был в Redwood City, но фактически говорят, что в Сан-Франциско, потому что это рядом. Так вот, концерт Сплин был вчера. Концерт прошел просто замечательно. Сразу скажу, что он должен был идти с 8 до 10, он шел с 8 до 11.30, почти до 11 с чем-то. Естественно, само начало было в 7, в час, чтобы зайти, там купить, выпить, все такое. А в целом, вообще, просто замечательный концерт сам по себе был очень-очень интересный и очень насыщенный. У Сплина сначала была программа из новых песен. Фактически, ну, их очень мало здесь знают, потому что люди слушают там то, что им еще когда-то там услышалось, понравилось, они продолжают это переслушивать. За новыми течениями как бы старых групп мало кто следит. Вот, ну и сначала, естественно, люди так раскачивались, то есть новая программа. Многие хотели скорее уже песни, скорее бы, вот, которые мы любим, но их как бы мало было, почти не было. Вот, а потом они ушли, они там сыграли в конце пару знакомых песен уже старых. Потом ушли, и люди начали хлопать им на бис. Все билеты были распроданы, то есть никто не уходил, билеты sold out, полный зал. Люди хлопали, и интересно, они, ну, как бы хлопают, и сначала они собирали все свои инструменты и ушли, забрали инструмент. Потом люди хлопают, на бис, весь зал хлопает, атмосфера потрясающая. Потом бац, выносит одну гитару. Там люди, давай еще сильнее хлопать, потом бац, выносит вторую гитару. И так потихонечку все инструменты вынесли, это заняло некоторое время. Не знаю, может, минут 15-20, но там все 15-20 минут все кричали, их звали. Вот, потом они вышли и всех поблагодарили за терпение, за ожидание, за то, что они слушали новую программу. Вот, песни, которые не очень известны. И потом они начали играть все старые песни, еще где-то час с чем-то они выступали. Просто там, я не знаю, такая атмосфера была. Люди пели, там, хлопали, танцевали, кричали, там, плакали, не знаю, но... В целом, концерт прошел вот так вот, Сплин выступил замечательно, с их слов тоже они со сцены сказали, что им очень это понравилось, и они навсегда запомнят свое выступление в Сан-Франциско. Средняя цена билета была, по-моему, порядка $65 и выше, там, ну, как бы, вроде $65-75, это средняя такая цена. Опять же говорю, все билеты были проданы, не знаю, наверное, порядка 1000 мест, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, ну... В общем, сейчас вам я покажу некоторые песни из этого концерта. А если вам интересны какие-то другие композиции, пишите. Я, может быть, потом отдельное, более обширное видео сделаю, потому что я наснимал очень много. А ну еще, я сначала стоял спереди, а вот, но поскольку все темы были новые, я чувствовал себя не совсем в теме. Я ушел из первых рядов, потом пошел на балкон, сел... Там уже в кресло и снимал сверху. Но в любом случае, по-моему, и там
видео получилось достаточно хорошее. Вот. Ну и единственное, конечно, хочется заметить, как быстро летит время. Потому что когда я смотрел и слушал Сплин, это было, я не знаю, 9-10 лет назад. А сейчас уже столько лет прошло, и, ну, как один день. Вот. А еще я очень люблю, ну, даже сейчас слушать Сплин, когда я выхожу где-то погулять, сам себе побродить, там, наушники в уши или... когда там в спортзале бегаешь, ну, как-то он помогает, я не знаю, расслабиться, что ли, и о своем подумать, успокаивает. В общем, все, смотрим видео, всем спасибо и пока. Рок-н-ролла рано или поздно должна
И в голове смешались мысли, и по сельмам с бутылкой виски. Мы изучаем этот гений, в одной жилы что-то бредит. Вокруг вода несет веками, и время меряя глотками. И всех вокруг как ветром сдуло, нас как магнитом притянуло. Друг другу и теперь на гене, волна бежит и что-то бредит. И звезды падают за ворот, и ковши на небе перевернут. И еще глоток и выгонит на раз, два, три. Потом не жди меня тоской, горя огнем твой третий рим. Лови мой ритм, танцуй, 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 танцуй. Мы странно оказались рядом, мы словно воду пили с ядом. Теперь мы принимаем виски, и в голове смешались мысли. Вокруг вода, песок и камни, и время меряя глотками. Мы изучаем этот берег, волна бежит и что-то бредит. Хочу снова не проснуться, уйти в моря и не вернуться. Или вернуться только вместе, с тобой так много интересней. С тобой так много интересного, вокруг совсем не ясно. Без площадей, вокзалов, станций, без этих всех цивилизаций. Еще глоток и маргарин, на раз, два, три. На институт экзамены сессия. Она жует слайд.
Все парни знают, что если лень тащиться к любимой девушке и признаваться ей в любви, то всегда можно попросить об этом реку, сказать ей: река, иди, скажи, что я ее люблю. Скажи,
следующая песня, когда легко и на раз мы споем ее вместе. Это песня «Роман». Страшнее тишина, когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина. И черный кабинет, и ждет в стволе патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. На площади полки темно в конце строки, и в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки. И где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет.